К сожалению, Ханский дворец закрыт. Но мы пойдем так вокруг немножечко посмотрим. Потому что такая все навеяно стариной. Очень люблю моя тема. Такая красота. Старое такое все. Запахом старины. Вот. Мы пойдем прогуляемся, да, Евушка? Да. Евушка, моя дочь Ева, мой сын Артур и мой еще один сын крестный Савелий. И мы. Так что мы с детьми гуляем. Папа наш там остался сидеть на скамеечке отдыхать. Ну, мне интересно, к сожалению.